Вот такой экспромт на тему творчества и купли-продажи. Творец и продавец. Как интересно сочетаются буквы «П» и «Т». «Р» меняется местом с буквой «В». Происходит игра этих букв, этих слов друг с другом, в очередной раз удивляя нас вот волшебством русского языка, как подмена смыслов происходит и что происходит, когда тенью творца бывает продавец. Thank you.